ясному солнцу и светлой луне в мире покоя нет. И люди не могут жить в тишине, а жить им немного лет. Гора Пенлай среди вод морских высится, говорят, там в рощах нефритовых и золотых плоды, как огонь, горят. Съешь один, и не будешь седым, а молодым навек. Хотел бы уйти в небесный дым из лучи человека.